Ребята, приветствую вас. Решил выставить на продажу свой земельный участок на перекрестке на Артем. Для того, чтобы было понятно, сколько времени с фабрики Зари доехать. Ну вот, сел и поехал. Сейчас посмотрим по времени, сколько займет это времени. Доставка до земельного участка. Едем на грузовике, на кантере. Скорость небольшая, ну, увидим, как быстро мы приедем. Вот магазин, а вон даже отсюда видно его, через речку. Там мостик есть. Перебежал, и ты уже бежишь. О, поселок. Прямой видимости. И уже бежишь сюда с бутылкой. Кто пьет, а кто не пьет, ой, даже лучше. Подъемчик, вот отливы все сделали. И буквально вот поднялся. Ребята, 30 минут ехали с фабрики Зари, и вот мы приехали на участок. Считаю, что это недалеко. Так, давайте еще детально посмотрим, что тут у нас есть. У нас есть, значит, этот щит 20 киловатт света я выкупал. У нас какое-то плодоносное дерево, ну, тенек тут есть. Ставил вот эту будку для, ну, времянку. Эта времянка привязана к карте геодезической. К ней можно адрес привязать. В принципе, это не шутка. Забор соседский пополам сделан по деньгам. Весь фронт закрыт. Трудно сказать, сколько здесь метров. Ну, достаточно. Будка, термос стоит. Ну, может пригодиться. Я думаю. Продаю как есть, вместе с имуществом. Контейнер двадцатка. Контейнер полностью целый. Крыша целая, двери, ворота закрываются. Внутри контейнера все полками деревянными забито. Ну, прямо вот стеллажами. Целый контейнер. Крыша не течет. Ну, лезть не буду. Ну, поверьте на слово, вообще абсолютно сухой контейнер. Так, что еще? Скалой засыпал. Ну, машин, наверное, 50 сюда заходило. И пробивали, пробивали, пробивали. И засыпали. Вот до этого вот угла. Вот до столба. Вот видите тут. Это только сверху, а так снизу все это скальник лежит. Смотрите. Тут пробил, получается, под туалет
две бочки и можно туалет поставить, времянку, какать, ходить. Тут у нас, ну, водоотвод сделан. Вот он. По моему представлению, ворота въездные, то есть мы заехали с той стороны, там тоже труба лежит и водоотвод сделан. По моему представлению, вот въезд сюда надо делать. Вот от этого столба делать ворота, как вот у соседа. Тут разъезд, кстати, широкий достаточно, туда трубу положить. Я думаю, сюда 10-тонка зайдет. Ну, ворота надо, конечно, надо не распашные, а вот сдвижные делать. Так, что еще? Что еще? А еще у нас... Можно и здесь ворота сделать? Пока не знаю. То есть здесь тоже скалой засыпан, видите? Снизу. Тут у нас еще, вот здесь чернозема оставлял кусок. Ну да. И пихта у нас прижилась пятилетняя. Ну вот, господа, все показал, ничего не утаил. Все адекватно, ясно, понятно. Вот участок, вот дорога. Так что... Думайте, решайте. Ссылочка на контактные данные есть внизу. Если какие-то предложения деловые будут, озвучивайте их, предлагайте. Рассмотрю любую форму оплаты, в том числе на расчетный счет. Обмен тоже интересует. Спецтехника, грузовики, запчасти, автомобили. Подписывайтесь на канал также. Что-то буду еще делать, что-то буду выставлять. Обязательно что-то будет интересно. На сегодня все. Всем добра, удачи и крепкого здоровья.